Ну, доброго утра. Что там случилось? Лобка отломал. Лобка. Жопка, жопка. Так, тебе помогать? Да. Что тебе помочь? Давай. Колготочки ты сам, да. Да. А что тебе помогать? Акила. Носки помогать? Элаки помогать. И кофту помогать? И штаны помогать. А колготки ты сам, да? Да. Ну давай, ложись. Трай. Да, я сейчас еду, уже 10:15. Я еду на праздник к Антошке. Гриша здесь, вещи ему нагладила. Кушать он сам себе разогреет. Если что, бабушка с дедушкой помогут, да? Если я упаду, там перелом, все такое. Гриш, ты опять, вот честно, нет, вот какую-то гадость болтаешь. Ну к чему ты эту гадость болтаешь? Ладно, скажи, молчу. Пожалуйста. Выключай, значит, все. Мам. Давай. Привет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.
сейчас будем учиться, в следующем году будем сажать арбузы, научимся их собирать с огорода. Становимся две шеренгочки, быстро. Oh,
меня печально ходит, чем комиссар зимой. Что-то думаете гадать, знаю, где зерно достать. Мы баба с тобой пойдем и мешок зерна возьмем. Его Мурка охраняет, мы туда не попадем. Мурка спит, ты не узнаешь, мы тихонечко пройдем. Ну, готов? Нет, я боюсь. Ну, какой же ты трус, я тогда сам пойду и зерно себе заберу. Будешь ты зимой холодным бегать по норе голодный. Что ж, придется поработать, не люблю я голодать. Сейчас обедать, доедаем макарошки, и Викуся у нас сегодня, да, в гостях? На второй раз. Да, Вика уже второй, или даже третий. Второй, да? Она у нас никогда не была. Ну что ты делаешь, сына? Это отпилил. Ты это отпилил? Да. Сам? Да. Больше так не делай, ладно? А Бугу, ты это делай и пилил. Сам будешь пилить? Да. Слов не надо. Это плохо. Я не знала, как сложилась его судьба. Это отпилил. Я не знала, как он жил. Я так счастлива, боже мой, что я его увидела. А у нас тут, гляньте, что в бочке расцвела петунья. Вообще, она сейчас так радует осенью. Рассказывайте, молодой человек, что вы тут делаете? А тут попалю. Пахаешь? Тут буги для гав.
Газ? Да. А, грязь? Да. А где-то по гига. И там тоже грязь? Гляньте, сколько фазанов. А, они все улетели. Ага, все улетели. Ага, Гришка хотел их посмотреть, а они уже улетели, испугались. Какое солнце интересное. Сейчас уже едем забирать. Забрали, вернее, Антоху. И тут оно такое красное, еще и за тучами спряталось. Так, у нас 7 часов 5 минут. Надо сейчас быстренько идти гладить кимоно. Я сварила чечевичный супчик. Это и сегодня, если кто хочет поесть. И на завтра чечевица. Я ее обожаю. Поэтому пока она у нас есть, даже немножко подразварилась. Вот. Все, чеснок, зелень, все готово. Выключили. И сейчас иду гладить кимоно и на карате повезу Григория. А Фонька-то заснул. Он до сегодня-то в обед-то не спал. Да, и я не спал. И ты, ну, зуй-то ладно, видишь, а Фонька как устал и заснул, да? Там сам телефон был. Да, Гриша ему включал мультики. Так, ну что, мы ложимся отдыхать, а Фонька так и продолжает спать. Мы единственное его раздели. Антошек спит на кровати, а на кухне, да, заснул. Так что, в общем, у нас со сном вообще ничего не понятно. Я буду спать. Ты здесь? Ложись. Я хорошо. Я хочу постель свою нести. Иди, ложись нормально. Ты сейчас его ногами ударишь. Ложись на папино место, хорошо? Хорошо.